супер-премьера, что это будет что-то, что я никогда не забуду. Увидел только трейлер, понял, что это очень круто, это надо обязательно посмотреть. Мне просто очень любопытно, что же это будет. Я всегда жду позитивных эмоций, самое главное. Крутые ребята снимают, Родригес, Кэмерон. Я думаю, что это будет интересно очень. Хочется драйва, приключений, эмоций. Будет клевое рубилово и будет просто весело, интересно. Нормальный такой экшен. Сплошной экшен, драки, стрелялки, прыгалки. Очень люблю это все. Я уверена, что он пройдет для меня как одна минута. Жду сегодня очень сильного удивления со знаком «плюс».